1 сентября уже не за горами. Остались считанные дни. Готовы ли жители нашего города, ну, естественно, те люди, которые связаны со школой, ученики, их родители, к новому учебному году? Давайте у них узнаем. Мысли позитивные, все будет хорошо, по школе соскучились, по одноклассникам. Ну, все, в принципе, готово. Мы закупились школьной формой, канцелярией и так далее. Что ждешь от нового года учебного? Ну, хочется, чтобы я хорошо учился, маме помогал, чтобы учился на одни хорошие оценки. У меня ребенок идет во второй класс, но уже готовый, наученный опытом. Все по минимуму. Форму купили, брюки обязательно, рубашки, сменная обувь. Пока еще в процессе, еще собрания не было. Учитель должна дать список, и мы все закупим. По кому больше соскучились? По одноклассникам или по наукам? Наверное, больше по одноклассникам, по веселью в школе, по переменам веселым. Жители нашего города высказали свое мнение. Осталось нам дождаться нового учебного года и пожелаем всем ученикам отличного настроения, великолепнейших оценок и успехов во всем. Кирилл Махров, Кирилл Иванов, Максим Константинов, Видное ТВ.